По мнению специалистов, в новой военной доктрине происходящие кардинальные изменения в военно-политической обстановке, новые военные опасности учтены в полном объеме. Обновлены подходы к определению характера современных военных конфликтов в интересах выработки адекватных мер реагирования для вооруженной защиты страны. Данной теме посвящен второй вопрос сегодняшнего мероприятия. В прошлом году по итогам заседания Совета Безопасности были даны соответствующие поручения. Сформирована и поставлена задача неформально подойти к подготовке новой концепции национальной безопасности, вынести ее на широкое общественное обсуждение с привлечением представителей научного экспертного сообщества, средств массовой информации. Обстоятельно обсудить этот документ, спросить мнение людей. Ведь обеспечение национальной безопасности – это наша общая задача каждого гражданина Беларуси.